день, дорогие друзья! При покупке автомобиля одним из критериев является выбор сервисного центра для дальнейшего обслуживания авто. Бренд Mitsubishi зарекомендовал себя как надежный помощник в повседневных делах и работе. Своевременное и профессиональное обслуживание автомобиля гарантирует безопасную эксплуатацию авто без лишних хлопот. Именно здесь и возникает расхождение во мнениях – обратиться к официальному дилеру или к гаражному сервису, надеясь получить тот же уровень обслуживания за меньшие деньги. А какое ваше мнение? Меня зовут Кристина, я руководитель клиентской службы в автосалоне Mitsubishi в городе Тула. Мой опыт работы с брендом составляет 5 лет, и сегодня мы с коллегой расскажем вам об особенностях обслуживания в официальном дилерском центре. Сервисное обслуживание вашего автомобиля начинается еще до момента его приобретения. Автомобиль в обязательном порядке проходит предпродажную подготовку. Специалисты сервисного центра проверяют работу всех систем, узлов и агрегатов. Все для того, чтобы, выезжая из сервиса, автомобиль на 100% был готов к эксплуатации. На первом месте стоит уровень квалификации наших сотрудников. Все без исключения специалисты сервисного центра проходят профильное обучение на базе учебного центра Mitsubishi. У нас есть специалисты самых разных профилей. Благодаря этому в рамках одного посещения мы сможем выявить причину неисправности как механического, так и электронных систем и, разумеется, устранить ее. В отличие от гаражных сервисов, мы можем дать гарантии на все выполненные работы и скидку до 50% в зависимости от возраста автомобиля. Как не понаслышке знают клиенты гаражного сервиса, запасные части приходится приобретать самостоятельно. Зачастую происходит недопонимание с продавцом запасных частей в магазине, что приводит к потере времени, денег и невозможности эксплуатировать свой автомобиль некоторый срок. Посетители официальных сервисных станций таких трудностей не испытывают. На нашем складе имеются все необходимые оригинальные запасные части. И если чего-то не хватает, то привезем под заказ в течение 2 дней. Все запчасти привозятся напрямую от дистрибьютора Mitsubishi. Благодаря строгому контролю качества при их производстве мы смело даем гарантию на них 2 года. Давние клиенты нашего сервиса не ищут альтернатив, поскольку знают, что скидки на оригинальные запасные части достигают 25%. Мы стараемся сделать процесс обслуживания максимально прозрачным для клиентов. Наши мастера-консультанты всегда готовы помочь решить любую возникшую проблему, ответить на самые сложные технические вопросы простым и понятным языком и, конечно же, дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля. Некоторые из них работают с брендом Mitsubishi уже более 10 лет. Для многих наших клиентов мастера стали друзьями, которым они с радостью доверяют свой автомобиль. В нашем дилерском центре оборудованы комфортные зоны ожидания. Пока ваш автомобиль находится на обслуживании, мы предложим вам посетить кафе на 2-м этаже, либо скоротать время за чтением свежей прессы и просмотром ТВ-программ. Если вы приехали с маленькими детьми, для них оборудована специальная детская зона. Также ведется прямая трансляция из ремонтной зоны, что позволяет наблюдать за процессом ремонта. Подводя итог, хочется сказать следующее. Мнение о высокой стоимости обслуживания у официального дилера уже давно стало мифом. При обращении к нам вы экономите свое время, получаете стабильно высокий уровень сервиса и, самое главное, защищаете свой автомобиль от возможных поломок в будущем. Все актуальные акции по сервису вы можете найти на официальном сайте нашего дилерского центра в разделе «Спецпредложения». Также вы можете записаться через форму обратной связи или по номеру телефона, указанном на сайте. Будем рады видеть вас в нашем дилерском центре по адресу город Тула, Новомосковское шоссе, дом 17.